Автомобилисты скоро вздохнут свободно. Еще год назад, благодаря строительству Чкаловской эстакады, удалось сильно снизить напряженность трафика. Комиссия по безопасности дорожного движения планирует продолжить улучшение ситуации вблизи Чкаловского путепровода. В число ближайших планов входит расширение проезжей части в районе радиоцентра номер 5 и продление существующего надземного пешеходного перехода. Такие мероприятия позволят обеспечить дополнительную безопасность прохода через перекресток. Кроме того, это полностью исключит выход пешеходов на проезжую часть. Благодаря этому можно будет убрать светофоры, а следовательно улучшить организацию движения на дороге. В пиковые периоды скапливаются колонны автомобилей в Звездный городок, и в сторону области, и из области, ну везде практически получается перекрывается из-за того, что светофоры расположены нерационально. То есть нужны необходимые дополнительные развязки, нужны необходимые дополнительные полосы. В дальнейшем планируется проектирование двухуровневой развязки. Разворотная петля обеспечит выезд со стороны Чкаловска и Звездного городка на Щелковское шоссе. Все эти предложения еще на стадии согласования. В планах также построить второй надземный переход в Медвежьих озерах у поворота на Новый городок. Благодаря этому удастся расширить дорогу и сделать карман для поворота налево. Отсутствие пешеходного перехода позволит сделать разгонную полосу. Марина Позднякова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».